говорят, что есть три вещи, на которые человек может смотреть бесконечно. Это вода, огонь и то, как другой человек работает. И есть только одна вещь, на которую может бесконечно смотреть. Человек-мать. Ну, или почти бесконечно. Что ГВ – это очень правильно, это очень необходимо, это очень полезно, это очень важно, это очень хорошо, это очень. Ну, мы, конечно, на бутылочках, я как-то сразу это решила, потому что, ну как, муж не против. Ну, у меня пока своих детей нет, но я за ГВ. А что такое ГВ? Я считаю, что кормление груди – это естественный процесс. Ничего стыдного в этом нет. Где ребенок захотел, там и кормлю. А все остальные пусть просто завидуют. Ну так вот. За ГБ! Мы за ГБ! Что ты молчишь? За ГБ! За ГБ! Мы за ГБ! Я за ГБ, просто никому не говорите, пожалуйста, это очень личное. Вот. Я против ГВ. На то есть свои причины. Ну, дай сись уже, я на работу опаздываю. Я против ГВ! Я против ГВ! Сколько можно повторять? Привет, Дэн. Привет, Галя. Ты что такой странный? У тебя чёски толстрянка? Нет, просто пластилином лицо обклеил. Да ладно. Реально пластилин? Да. Это заразно? Не, не думаю. Как долго тебе еще ждать? Сейчас, Сереж, я сейчас последний ноготь докрашу. Галь, ты че, когда ты успел так машину загадить? Галь, да что ты за человек вообще такой, а? Че такое? Моя машина, что хочу, то и делаю, Сереж. Галь, это еще не твоя машина. И она твоей, может быть, и не будет. Она стоит 5 миллионов. Да ладно. Я тебе говорю, собирай свою кожу, бардак, все это к шкульке своей, валим, пока нас не выперли с позором. Серёнь, не ругайся на меня, пожалуйста. Давай, говорю, собирайся. Вообще в ресторан не зовешь. Галин, ну какой тебе ресторан? Давай ты лучше в спортзальчик, а? А, так это же просто послеродовой животик. Это же не жир. Спортзальчик. Молодая мамочка хочет в ресторан. Ого, такая красивая. А как так? А вот так вот. Слушай, ну что, я вызываю такси? А я закажу столик в ресторане. Ну а в чем секрет, Галь? Такая красивая. La 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 la
делаешь? Чё-чё, лечу авитаминоз. Тебе нельзя столько апельсинов, ты беременная. Слушай, ну пить бензин, как Людка с пятого этажа, от авитаминоза я точно не буду. Подай отвар. Это что за отвар? Это настойка редуба и осины с луком. Мне кассирша в магазине сказала, что я бледненькая. Ой-ой-ой. Ай, как чешется. Ай, что? Что это? У меня, походу, перевитаминоз. Прикольное видео нашла. Танцующая беременная. Покажешь? Завидуешь, да? Чё завидовать-то? Я не хуже могу. На скамейке каждый дурак может, а она-то на шесте танцует. И я могу. It was sweet.